Всем привет! Сегодня наипростейшая и полезная самоделка. Поехали! А первое, что нам понадобится, это обычный сантехнический хомут, с которого нужно будет демонтировать уплотнительные резинки. А теперь нам понадобится шпилька М8. Прикрутим ее к хомуту. Понадежнее затянем шпильку. Согнем шпильку под углом 90 градусов. Для надежности поставил вторую гайку и законтрагаил. Теперь нам понадобится кусок алюминиевой трубы, одну сторону которой нужно будет заплющить. В получившейся заготовке просверлим отверстие диаметром 8 мм. Ну а теперь нам понадобятся две гайки М8, обычная шайба и гроверная шайба. Прикрутим алюминиевую заготовку к шпильке. Прикрутим самодельное устройство к турбогорелке. Легким движением рук и у нас сегодня получилось наиполезнейшее приспособление для турбогорелки, при помощи которого можно расплавить свинец и отлить грузила для рыбалки, а также расплавить пост, припой оловянно-свинцовый и залудить провода. Приспособление очень легкое и сделать его может каждый, а самое главное полезное. Тестируем. За каких-то 5 минут у нас получилось очень даже полезное приспособление. И если вам понравилось сегодняшнее видео, то ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями, комментируем видео. А также не забываем смотреть мои предыдущие видеоролики и жать колокольчик под видео, чтобы быть в курсе выпуска новых видео на моем канале. А на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Увидимся, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!